В сегодняшнем ролике пойдет речь о том, как обновить VPN-программу Vidalia, а точнее не саму программу, а сегмент Tor в ней. Раньше в этом не было никаких проблем, просто нужно было зайти на официальный сайт Tor Project и скачать архив с обновлением для компонентов Tor. Но после обновления сайта Tor Project здесь этих загрузок не оказалось. И теперь возникает проблема, как же обновить данное приложение. Делаем следующее. Заходим на torproject.org и скачиваем для вашей операционной системы браузер Tor. Именно браузер. По окончанию загрузки распаковываем архив с Tor браузером куда-нибудь в удобное место, например, на рабочий стол. После распаковки делаем следующее. Заходим в Tor браузер, в распакованную папку. Переходим в папку «Browser», далее «Tor Browser», и здесь у нас есть две папки, которые нам необходимы для обновления. Это «Tor» и «Data». Давайте вытащим их на рабочий стол. Кстати говоря, это ни в коем случае не реклама, Tor браузером мы пользоваться вообще не будем, поэтому вообще давайте его удалим. Нам нужны только эти две папки, которые я указал выше. Далее не забудьте закрыть Vidalia, нажимаем «Выход», таким образом, чтобы она не отображалась в трее запущенных программ. Далее переходим в папочку с Vidalia, то есть точное местоположение. И просто с заменой перемещаем сюда данные папки. Таким образом мы полностью обновили компоненты Tor, и теперь Vidalia будет работать с актуальной версией данных компонентов.